Еще больше загадок для воображения рождает произведение искусства известного венгерского художника и дизайнера Иштвана Ороса. Кстати, увидеть его работу можно в Тюмени на выставке «Иллюзия в графике и плакате». В экспозиции представлены два направления творчества Ороса – плакаты и графика. Особое внимание стоит уделить трехмерным объектам – анаморфозам. Работы графические, которые, скажем так, реализуются при помощи цилиндра. То есть вы смотрите на работу, она может быть без зеркального цилиндра цельной, но если вы ставите цилиндр в определенную точку, то в цилиндре вы видите изображение лица, например, Эйнштейна или шахматную фигуру. Интересна серия гравюр Анны Сорогах, а также работы, которые меняют свой вид в зависимости от того, с какого расстояния на них посмотреть.